Жители дома номер 30 по улице Халилова в городе Каспийске обратились в управление жилищно-коммунального хозяйства с просьбой помочь в решении проблемы с неисправным лифтом. По словам жителей, лифт не работает уже длительное время, что доставляет серьезные неудобства, особенно пожилым людям и семьям с маленькими детьми. В управлении ЖКХ сообщили, что дом включен в краткосрочный план капитального ремонта, в рамках которого планируется полная замена лифтового оборудования. В соответствии с законом Республики Дагестан об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и в соответствии с региональной программой проведения капитального ремонта администрация городского округа город Каспийск при формировании краткосрочного плана капитального ремонта был включен многоквартирный дом по адресу улица Халилова, 30. На встрече присутствовал также представитель управляющей компании «Респект», которая занимается обслуживанием этого дома. Заместитель руководителя компании Ахмед Абдуллаев рассказал, что уже была проведена конкурсная процедура и выбран подрядчик – Кизлярский лифтовой завод, который займется ремонтом и установкой нового оборудования. По его словам, работы начнутся в ближайшее время, и сроки их выполнения будут согласованы с жителями, чтобы минимизировать неудобства. Прошел конкурс, фонд капремонта провел конкурс по выбору подрядной организации. Выбрана подрядная организация «Кизлярский лифтовой завод». Данные работники уже закупили лифтовое оборудование. В течение 2 недель начнется установка данных лифтов по улице Халилова, 30. Жители надеются, что капитальный ремонт поможет устранить проблемы с лифтом, которые значительно усложняют повседневную жизнь.